Новые технологии, нестандартные решения – это инновационные проекты Красноярского края. И сегодня расскажем об успешной бизнес-модели «Мою сам» – аппаратах для самостоятельной мойки авто, которая есть уже в каждом районе Красноярска. У нас сейчас 14 точек, 8 тысяч зарегистрированных пользователей, и мы постоянно прирастаем процентов на 20 ежемесячно. Спрос со стороны автомобилистов растет благодаря низкому ценнику – до 15 рублей минута. В среднем за помывку машины с пеной клиент платит от 100-150 рублей, в отличие от 300-500 на обычной автомойке. Ты сам выбираешь, как ты моешь машину. Тебе нужно быстренько отбить машину, просто чтобы снять верхний слой грязи, пожалуйста, отбил ее просто водой. Хочется, чтобы машина блистала, пожалуйста, для тебя есть пена. Услышал такие истории, что на автомойках прописывают ключи, и потом машина просто выезжает. Вот, поэтому с точки зрения безопасности, с точки зрения экономичности, выбрал вот мойки самообслуживания. Кроме экономии денег автомобилистов, проект «Мою сам» дает возможность зарабатывать не только его разработчикам. Для автомоек устанавливаем бесплатно эти аппараты и половину прибыли отдаем владельцам. На себя берем задачу по привлечению клиентов, по автохимии, а на владельце моек остается помещение, электричество и вода. Вот, то есть фактически он просто начинает получать дополнительный доход с тех постов, которые у него были не задействованы или на которых не хватало автомойщиков. Еще по бизнес-модели есть схема взаимодействия, когда просто физическое лицо, человек, может приобрести себе в собственность аппарат, а мы для него установим его аппарат на наших точках или точках наших партнеров. И 30% с оборота будет получать человек, который купил аппарат. То есть это вложение денег, которое приносит до 80% годовых. Ну, сейчас у нас такие показатели. При этом сервис «Мою сам» очень прост в работе. Заходите с телефона на сайт, на карте выбираете локацию, где хотите помыть машину, номер бокса и нажимаете кнопку «Включить». На аппарате нет никаких элементов управления, все управление происходит с телефона клиента. Здесь краткая инструкция находится. Слева находится пистолет для воды высокого давления, то есть тут копье, ну, стандартное, обычное. А справа находится пистолет с пеной. Они оба активируются, когда аппарат включается, ну и ими можно манипулировать. Когда закончили, опять с телефона выключаете аппарат и все. Запросы на аппараты «Мою сам» уже поступают из других регионов и городов России. И своим успехом проект многим обязан поддержке Красноярского регионального бизнес-инкубатора «Крипи». В 2019 году компания приняла участие в технологическом хакатоне по промышленному дизайну, организованном на базе бизнес-инкубатора, и заняла первое место. Получила поддержку по промышленному дизайну и визуализации продукта. Далее компания приняла активное участие в стартап-туре, где фондом содействия инноваций была отмечена и получила инвестиционную поддержку в размерах 2 миллионов рублей, что позволило компании выйти на рынок города Красноярска, организовать практически во всех районах мойки самообслуживания. А если говорить в целом, то «Крипи» на настоящий момент – это основная инфраструктура поддержки инновационных проектов в Красноярском крае. На базе бизнес-инкубатора основными направлениями являются, в первую очередь, это предоставление льготных арендных площадей, оказание консалтинговых услуг по ведению бухгалтерского учета субъектов малого и среднего предпринимательства, помощь в разработке прототипов продуктов с помощью Центра технологического инжиниринга, сертификация данных продуктов и разработка технологических карта по продукту с помощью отдела сертификации и стандартизации бизнес-инкубатора. Также специалисты «Крипи» осуществляют поиск стратегических заказчиков и партнеров, а резиденты участвуют в профильных мероприятиях и выставках. И что самое главное, здесь молодые инновационные проекты получают поддержку в виде привлечения государственных и частных инвестиций. Так, за время работы бизнес-инкубатора в проекты региона было привлечено 1,5 миллиарда рублей. Поддержано более 400 компаний, на базе которых создано свыше 1400 рабочих мест. Более 10 миллиардов рублей в год составляет выручка резидентов и выпускников «Крипи», а свыше 600 миллионов рублей отчисляется налогов ежегодно. Кроме этого, тесное сотрудничество «Крипи» с федеральными фондами «Сколково» и фондом содействия инновациям позволяет проводить ряд крупных образовательных программ, в числе которых федеральный хакатон «Цифровой прорыв», акселерационная платформа «Стартап-тур». Подробнее о поддержке «Крипи» можно узнать на официальном сайте или по адресу проспект Свободный, 75.